Одна из трех компаний Net System, Semaphor Service или компания Электрика закупит, смонтирует и установит 40 новых светофоров на улицах Бельц. Тендер прошел 28 февраля в Приморье. Фирмы представили свои предложения по выполнению данных работ. Оферты отличаются стоимостью самих светофоров и работ по их сборке и установке, а также сроком гарантии на оборудование. Так, компания Net System готова произвести работы в полном объеме, вложившись в 1 050 000 леев. На 100 тысяч леев больше обойдутся услуги фирмы Semaphor Service. Самое дорогостоящее предложение исходит от фирмы компания Электрика, которая предлагает осуществить закупку, монтаж и установку новых светофоров за 1 760 000 леев. Срок гарантии, который готовы предложить компании, варьируется от 1 года до 3 лет. Ну, цукку приділила кість на Ларисі Макварила, що окремила дві інсталари, комфортно чисили примарівні чудо. Була це просто публікація. Ну, були кінула кінітла в публіче, номер 11, дін дата 10 февруарі, ану 2017. Плине астис, дата дискідрі офертилор, 20 февруарі, 2017, о разіче, оплатному регістрації, фără întârziere, 3 oferte, prezentate de Serile Semaphor Service, Serile Net System și SA Compania Electrică. Aprecierea ofertelor va fi efectuată în conformitate cu cel mai mic preț pentru ofertă și respectarea tuturor cerințelor de calificare. На данный момент на бельских улицах работает около сотни старых светофоров. Фирма, которая выиграет тендер, заменит 40 из них. Речь идет об установленных на перекрестках улиц 31 августа и Индепенденций, 31 августа и Михая Садовяну, 31 августа и улицы Мира, улиц Сорокской и Киевской, а также на перекрестке улиц Дечебола и Александру Чолбун. По словам вице-мэра города Леонида Бабия, будет произведен тщательный анализ всех трех предложений для определения самого подходящего из них. Grupul de lucru revine misiunea de a examina pachetul de documente și pe urmă grupul de lucru se va întâlni unde va fi determinat câștigătorul. Напомним, Бельская примария планирует заменить все светофоры советского типа на более современные, светодиодные. Новые светофоры позволят экономить до 80% электроэнергии. Постепенная замена старых светофоров началась в 2012 году.